Дан старт первого заезда приз «Уральская весна». Со старта сбоит Челентана. Обег повела Сабрина Газ. Далее аргумент на третьем апельсинка. Челентана по дистанции совершил проскачку. Дисквалификация. Первая четверть дистанции пройдена за 34,6 секунды. Участники первого заезда проходят перед трибунами. Лидеры заезда Сабрина Газ и аргумент. У них в спине апельсинка. Челентано по дистанции совершил проскачку. Дисквалификация. Чуть впереди Сабрина Газ, тот же спойлер аргумент. У них в спине апельсинка. В таком порядке участники первого заезда подходят к отметке второй четверти дистанции. За 34,5 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Бег идет без перемен. Чуть впереди аргумент. Тот же Сабрина Газ, у них в спине апельсинка. Сабрина Газ и аргумент подходят к отметке третьей четверти дистанции. За 33,9 пройдена третья четверть дистанции. Участники первого заезда проходят левый поворот, выходят на финишную прямую. Итак, финишная прямая первого заезда. Приз «Уральская весна» для лошадей 3 лет расистых пород. Вперед выходит Сабрина Газ. На финишной прямой впереди Сабрина Газ. Далее финиширует аргумент и апельсинка. Заканчивает дистанцию пятый номер Челентано.